Thank you.
Я еще помню жизнь до войны. Помню, что когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Мы возводили огромные города из стекла и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Миллиардов сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишела чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Во тьме туннелей наши пороки разрастались, как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Но я помню, что мы были рождены для другой жизни. И не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом. Но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. Между годами серого существования и мигом надежды я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал.
уже!
Держись, дружище. Я его, считай, померяй только. Возвращаются. Всем внимание. Нашелся герой. Чего с дороги? Ночь на станции. Но врачам я сказал... Понял. Открывай тогда. Вперед! Куда дальше? Налево, через площадь! Дамир, как считаешь, полковник в курсе, чем Артем тут занимается? А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил, завтра будет тут. Откуда взяла, если свет еще не включили? Эй, а ну отстаньте от него! Я сам убил из рогатки! Брось, Дамир! Пусть учится защищаться. В метро слабакам не выжить. Охрана, подъем! Держись, Тёма. Сейчас мы тебе вольем свежей спартанской крови. Артём, проснулся наконец-то. Доктор сказал, все будет хорошо. Ты меня окончательно сосвету жить решил? А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник! Здравствуй, Саныч. Все, не успокоишься никак. Уперся, как баран, сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал, она же тебя, дурака, любит. Папа, не надо. Ты из Ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдем, надо поговорить. Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Артём, мы вас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Скажу прямо... Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Молодцы все же спартанцы. Артем лучший. Да, молодцы. Здоровяки и такие. Честно говоря, я уже не помню, когда таких видел. Да уж, только вот на поверхность слишком часто ходишь. Рискуют. Ну, а что им остается? Служба такая. Служба службы, но если они так и дальше будут,
Да, Артём. Вам бы поберечься, не рисковать зря. Даже если где-то еще есть выжившие, нам они не помогут. А сколько, по-твоему, можно высидеть под землей? Ха, да сколько угодно. Вон сколько лет сидит. Да ну, ты же врач. Сколько больных детей только на нашей станции? А вообще детей? Сколько нас останется через 10 лет? 10 лет? Сейчас уже шить нечем. Про препараты я не говорю. Дядя Артём, а я вам верю. Вы возьмите меня с собой. Пожалуйста, когда найдете, да, где везет, переливанием в который раз отнесется. Но остальные-то не такие везучие. А если спартанцы слягут, что тогда? Вот потому они, наверное, Артём, сколько видят, можно? В одну ничего, самого крыша поехала, так хоть и ему голову не морочь, не смей! Все больше. Они все ему покой нужен, а он после твоих рассказов заснуть не может! Деваться, понятно, Господи, ну почему ты такой жестокий? Как ты можешь, а? Я что, предлагаю руки сложить? Но вот так гробить себя? Хотя, конечно, кто знает... Может, они в D6 карты секретные нашли. Ищут теперь по ним склады какие-нибудь. Надеются же на что-то. Никакие склады уже не спасут. Разуй глаза. Что там на них сохраниться может? Столько лет прошло. Помочь может только полная эвакуация. Но куда эвакуироваться-то? Артём, я понимаю, мы в тупике, и выход из него искать нужно, но мне кажется, лучше заниматься этим не в одиночку. Тем более, что ребята из Ордена в очередной раз пришли вам на выручку. Думаю, командир готов принять вас обратно. Так стоит ли терять время на нашей станции? Решать, конечно, вам, но если бы спартанцы позвали меня, я бы не задумывался. В любом случае, удачи. И медленно ползти на кладбище. Не знаю, если честно. И никто не знает. Но они хоть пытаются. Да. Если не они, то кто? Аня, я уже 100 раз говорил, немедленно возвращайся в полис. Я ушла из Ордена. И сама решаю, что мне делать. А Артём? Хватит. Артём, всё. Надоело. Если бы парни не подоспели, ты бы уже обдавела. Прекрати. Это ты прекрати. В полисе вас ждет квартира со всеми удобствами, а не эта лачуга, в которой вы пытаетесь жить. Что значит пытаемся? То и значит. И вообще, хватит думать только о себе. Хватит! Ты же знаешь, как нам сейчас не хватает опытных бойцов. Вы с вашим опытом должны учить новобранцев. Вы можете спасти уйму жизней. Ну сколько можно вас уговаривать? Папа, без Артёма я ни за что не вернусь, а он... Анна, это безумие! Да, это безумие, столько времени проводить на поверхности. Да, я не хочу, чтобы мой муж сгорел от радиации, не хочу. Я его ненавижу за то, что он сам себя убивает каждый день. Но ты хоть на секунду задумайся, что если он прав? Что если Артём и правду слышал сигнал? Сможешь простить себе, если мы упустим этот шанс? Шанс вернуться к настоящей жизни. Растить детей под лучами солнца. Настоящего солнца, пап! Ладно. Я не смогу. Давай дождемся Артёма. И еще раз спокойно все обсудим. Но даже если он какой-то сигнал слышал, это не обязательно значит что-то хорошее. Поговорим об этом позже. Тут слишком много ушей. Давай. О, какие люди! Артём, здоров как бык! Но ты, брат, князь, конечно, дал! Тёмыч! Как ты, дорогой? Вижу, жив, бродяга. Пардон, ну, сейчас устроим пир. Артёмыч, еще пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже. Как там, господи? Ну, Лёха, ну ты гостишь. Да хватит вам, оставьте парня в покое.
Брат. С возвращением, Артём. Ладно, все, разошлись. Даю вам 2 часа на все про все. Ура! Ура! О, сейчас устроим! А у меня как раз с собой было. Ну вот, начинается. Только, плиз, не как в прошлый раз. Держись, Артём! Тишина. Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда дозиметр щелкает. Да еще эти вон, красавцы, летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артём, потому что умер. Загулялись мы. Пора фильтры менять. Ну-ка, смени фильтр. Мало в больнице лежал. Ладно, идем уже. О, отец меня убьет, если узнает, что я с тобой пошла. А если узнает, что мы были в закрытой ганзой зоне? Ты тут все руины уже облазил. Видишь, как город разрушен. А у Москвы была самая мощная ПВО в стране. Если тут все в таком виде, представляешь, что в остальном мире творится. Демона шуганула, чтобы не расслаблялся. Может, все же вернешься в Орден? Переедем в полис, а? Отец квартиру обещает. Потому что если не мы, то кто? Квартира. Со своей кухней. И душем. Так, давай по одному, чтобы не завалилось. Теперь ты... Самое худшее, пожалуй, позади. Черт! Слышал? Здесь.
Ничья. Повезло нам, что твари ненавидят друг друга не меньше нас. Не пойму, почему эта зона закрыта для сталкеров. Фон обычный, твари те же, что и везде. Стой. Вот и стая. Ну что, и давай через мост, чтобы железку не обходить. А то тут и так до метро далеко. Черт, высоко. Слушай, Артем, закинь меня наверх. Черт! Давай ты. Разобрались бы сначала, уроды! Артем, слава богу, это не орден, ганзовцы, козлы. Ах, ну и видок у тебя. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы, деревня наша километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас с этим схватили. Там что, есть жизнь? А чего ей не быть? Не везде, конечно. Мест гиблых много, и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артем, ты был прав. Там правда люди живут. Мы не знали. Думали, мы одни спаслись. Господи, приехали. Мы теперь всему метро расскажем. Папка и пацан на выход. Эй, я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся. Противогазы хоть верните. А противогазы не понадобятся.
мог бы жить дожить. Поехали. Ах!